ценная информация. Вот сейчас делаю панели, и чтобы кто как ни писал, чтобы они не развалились, надо сделать, снизить водопоглощение раствора, правильно? Правильно. Что мы делаем? Берем акриловую грунтовку глубокого проникновения, ну и красим два слоя. Поры бетона закрываем, за место влаги они у нас запечатываются акрилом, тем самым снижаем водопоглощение, и они у нас будут служить вечно.